Во-первых, страшный, вообще абсолютно страшный период моей жизни закончился. Изображать страдания я не собираюсь. Они такие... Во-первых. Но в них, конечно, что-то есть, в этих песнях. Наверное, мы сегодня их сыграем. Я себя окуну опять в эту атмосферу. В атмосферу, когда ты находишься в тотальной нелюбви. В странном абсолютно ощущении постоянного предательства, подвоха. И все, спасибо огромное. Я на любви! Спасибо огромное. Это вообще за любовь, как повторять. Спасибо огромное. Так вот, для того, чтобы это как-то больше не случалось, ни в моей жизни, ни в вашей, таких, знаете, обломов глупых. И... Ну что, любовь зла, конечно, полюбишь и в общем. Так вот, мы сыграем эти песни, они неплохие. Другое дело, что после них мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами как-то вместе попели те песни, которые были написаны давно. И уж простите меня за то, что когда я буду петь вот эти две, я буду петь, думать о том, что они закончатся, и начнется, и опять продолжится та классная и светлая жизнь, которая сейчас во мне и вокруг. Я вам всем желаю мира и классных друзей, близких, партнеров. Ребята, каждый из нас этого достоин. Теперь я могу.